сегодня какое число? Сегодня 29 марта. И мы сегодня садим лук. Наш любимый лук. И лук этот шалот. 40-зубочка. Вытянутый. Вот такой лучок. Мы его вчера замачивали на часа 3 в растворе марганцовки, потом просто ночью полежал. Слили, потом марганцовка и ночью полежал. Да, не могу достать, вот третий-то. Ломтик. Где-то ломтик спокойно делает. А на третий, с той стороны, только могу. Я не знаю, что может расти на такой земле. Ну вот что мы делаем. Разбили по линиям, поставили разметки, где у нас грядки будут под лук и в каком направлении примерно, поняли. Натягиваем линию. По линии сначала ровненько вот так и луночки проходим, а потом уже от этих лунок вот так вот оставшиеся лунки проходятся тяпкой, делаются, ну а потом уже идет посадка. Корнями вниз опускаем в залу лук и присыпаем. Просто ставим лунку и присыпаем, и все. Вот как лук подготовили, просто многодольный он потом был, разделили по этим дуркам, по зубцам, по этим, по зубчикам, где-то не доделили, но не важно. В общем, самое главное, мы не резали его, а просто разделили на дольки, и эти дольки уже садим. Примерно выбрали среднее по величине дольки. Мелкие на еду, с крупными вместе, а средненькие на посадочку. Ну, чистили от лишней шелухи, поделили на дольки, разрезали, чтобы корни не ломать. Мы просто разрезаем корни, и все. Начиная с долек, ножик просовывается в эту щелку, и ведется, и корень аккуратненько вот так разрезается. Получается две аккуратненькие дольки, которые уже садятся потом. Каждая свою луночку. Ну, сделали систему такую, что грядки не стали делать.
а просто линии, крайняя линия у нас две лунки идет, потому что можно посередине здесь между линиями этими здесь тропинка, чтобы в тропинку зашел, рукой дотянулся, эти две куста, вот эти две семи, и вот эти две, грубо говоря, и с этой тропинки здесь уже три линии идут, и здесь три линии, и везде по три линии пойдут. Уже зашел в тропинку, с той тропинки достал эти два куста, полтора, грубо говоря, и с этой тропинки тоже можно достать полтора куста, то есть обрабатывается три семьи. С одной стороны три семьи, с другой стороны. Ну, посередине тропиночки, чтобы удобно было. Ну что, как мы садим. Выкопали ямки тяпкой. Потом посыпали золой. И втыкаем вниз корнями. И засыпаем. Сверху присыпаем только чуть-чуть, чтобы просто скрыть головочки. Вот так вот. И видно уже получается, где закопали, где еще надо закопать. Вот. Где еще нет. Удобно. Продолжается посадка лука-шалот. Вчера посадили половину вот этого участка. Вот до сюда. Половина этой грядки еще не засажена, как видно. Вот этот участок вчера мы смогли посадить вдвоем. Начали работать вчера с 11 утра дня. И вот где-то полседьмого вечера закончили вот на этом. Ну, до конца пробиты лунки для лука. Мы лук не закапываем прям совсем глубоко. Мы его ставим, просто поставили этой земелькой, присыпали примерно на уровень поверхности. То есть он не глубоко сидит. Его шейка смотрит как раз примерно по поверхности земли. Только чуть-чуть прикрыто, чтобы не видно было, грубо говоря. Вот, но мы еще думаем попробовать другой способ. Даже лунки не делать. А как многие садоводы, полупрофессионалы делают, просто ставят луковицу и подрывают, делают гребешок. И когда лук развивается, растет, этот гребешок опадывает, и лук становится на поверхности. И ничего не мешает для его развития вширь и высоту. Поэтому мы это поле, раз уже додолбили эти лунки, мы дойдем до конца. А следующий участок, следующую сетку, которую будем сажать, скорее всего, через неделю, мы попробуем немножко другой способ. Ну вот, сегодня 31 марта. Вчера мы закончили посадку лука, замоченного в одной емкости. И получилось ровно вот это вот площадочки и несколько луковичек там. Вот, вчера закончили посадку уже поздновато, где-то в 5:30. Ну, в 5 закончили посадку. И до 5:30 где-то водопровод смонтировали. И полили вчера. Уже ночь была, когда закончили поливать. Но решили полить, потому что земля каменистая, сухая, и когда досаживали последние ряды, уже корни были сухие. Чтобы лук не погиб, мы его решили в срочном порядке полить. Что из этого получилось, будет видно в итоге.
Есть, конечно, опасение небольшое, то что часть лука может не прижиться, а часть будет не очень хорошо себя чувствовать из-за того, что замочили мы за день до посадки. Корни большие проросли, и мы этот лук с большими корнями уже мы садили 2 дня в сухую каменистую солончаковую, или как называется еще, в орешник, в почву. Лук садили. Ну, по крайней мере, сейчас душа более-менее спокойна. То, что земелька сейчас внутри у лука, сейчас влажная среда. Эта влажная среда сохранится, потому что температура на улице еще прохладная. В эту неделю выше 15, скорее всего, не будет. А по ночам обещают даже до 0. Какой-то из дней, может быть, в парочку дней. Поэтому эта влага постоит, что и будет очень хорошим для корней. С поливом оголились всякие камушки, которые мы по чуть-чуть убираем. Земля действительно размякла. Достаточная влажность там сформировалась. А здесь, где не поливали, здесь сухая земля. Но единственное, что сейчас, вчера пролил маленький, ночью вчера, пролил крохотный дождик, который смочил землю на буквально 2 сантиметра максимум. Ну, хотя бы что-то. Конечно, на дождь у нас надежды не было, поэтому полили. Вот сюда было высажено, на этот участок, где-то 8-9 килограмм. Лука. Получилось 14 грядочек. Ну, 2 крайне неполноценные. Ну, грубо говоря, 13 полноценных грядок в 3 ряда. И расстояние между луковицами примерно чуть больше ладони. И мы продолжаем посадку лука. На этот раз на этой стороне. И на этой стороне мы решили немного изменить характер посадки. То есть луночки сейчас, земля влажная, к тяпке прилипает, приходится постоянно стряхивать. Но не в этом дело, просто решили сделать лунки поменьше, чем на этой стороне, и сделать двухрядную посадку. То есть в одной грядке будет не больше 2 рядов. Началось сначала. Здесь вот 2 ряда идут в грядочке вот этой в тонкой. Потом здесь 2 ряда. Ну и так все поле будет. Немного полезного пространства будет меньше. Но зато обрабатывать это будет легче. Пропало садить, во-первых, легче. Пропалывать легче. Ну, убирать уже без разницы, конечно. Ну, по крайней мере, это как эксперимент. Мы так ни разу не делали. Отец, по-моему, вообще садил и в 4-рядной грядке делал. Ну, решили попробовать. Ну вот, я сделал грядки по 2 ряда.
Так, вот это сегодня, я думаю, засеем. Всю не всю. Ну, засеем полбака вместе с водой. Лучка. На этот раз мы замочили. Вот сейчас непосредственно перед посадкой. Потому что корни еще не успели вырасти. Ну вот, сегодня, еще раз, сегодня 2 апреля. Мы пол сетки лука, это примерно килограмм 7-6,5, посадили вот на этом маленьком небольшом участочке. Вот где курица, это все предел. Там колышек стоит, это вот грядка не до конца. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 двухрядных грядок лука с полсетки получилось. Вот, завтра, ну мы как обычно их посадили, в принципе, как тот лук. Только единственное, что мы его не проращивали, так замочили непосредственно перед посадкой и посадили. Вот, а этот лук завтра, который будет здесь, я вот тут уже тоже грядочки эти сделал, но я их переделаю. Я здесь сделаю, как там женщина на видео одна садит лук, то есть с одной стороны тяпочкой вот так подгребает, с другой стороны тяпочкой подгребает ровчик, там гребень, и потом это, граблями все расправляет, грядочку такую делает, и сверху втыкает уже лук. И он у нее потом, когда прорастает, уже набухает, он просто, наверное, на открытом состоянии он у нее растет, и поэтому много места, он крупный у нее вырастает. Наверное, здесь тоже надо было так же сделать, попробовать с самого начала. Ну, уж, как есть. Завтра здесь сделаю так вот, как она. Просто здесь проблема в том, что земля очень сильно каменистая, прям очень сильно. Ну, не то чтобы каменистая, но окаменевшая. Окаменевшая земля, очень плохая, уже высосанная вся. Скорее всего, ее практически не удобряли. Может, как-то что-то кидали, но явно в недостаточном количестве. Поэтому такая вот ситуация. И я здесь пробовал сверху так ровчик делать и сверху втыкать. Не получалось у меня нормально делать. Здесь вот один бугорок здесь сидел, когда тот лук засаживал, и остатки сюда. Но это невозможно было. Камни, вот эти, окаменевшая земля. Нереально его было засыпать и нереально было воткнуть, потому что еще были корни пророщенные. Посмотрим, завтра с греблями здесь пройдусь, когда грядки буду делать. Может быть, чуть-чуть что-то и разобью, хотя к завтрашнему дню она еще больше подсохнет. Не знаю, справлюсь, значит справлюсь, а нет, так попробую хотя бы одну, если не пойдет, ну, значит, так и посадим, как есть. И мы продолжим финальную посадку лука. Сегодня 4-й день посадки. Вот и в этот день мы попробуем другие грядки сделать, чтобы они были чуть-чуть приподняты от земли. Ну, в такой же шириной, как и эта грядка. Единственное только, что будет загребаться земля отсюда, будет загребаться земля с этой стороны, и потом граблями это все будет выравниваться. Вот здесь вчера посажено до колышка было. Этот лук еще не сходит, конечно же, потому что он был посажен 3-4 дня назад. А вот сорняки некоторые, которые были спаханы, они, конечно, оживают, потому что дождик прошел, и их корешки ожили.
ожили. Сегодня 3 апреля 2020 года. Продолжаем работу над грядками. Сейчас у нас 10:19, то есть я эту грядку делал примерно 15 минут. Ну как, не закончил. Вот это я нагребал. Нагреб грядку за 15 минут. И теперь останется граблями ее выровнять как надо. Ну и посадить уже в нее. Я на этих грядках замерял. Получается по времени примерно 20 минут засаживается одна грядка. Ну пусть там 5-10 минут зола рассыпается, 20 минут засаживается. Это, грубо говоря, полчаса. Полчаса. Ну и сейчас это граблями разровнять. 15 минут нагребсти. Пусть также, допустим, граблями разровнять. Это полчаса. И полчаса посадить. Час. Одна грядка в одного человека. Вот такая. Здесь сколько метров, я не помню. Где-то метров 15, наверное, 16 метров грядка будет. Что я мерил? Раз, два, три, четыре проема. Это 14 метров, грубо говоря. Нет. Наверное, здесь. Ну, где-то 15-16 метров грядки. Вот так. Ну вот, грядка разровнена. Сейчас 10:33. Ну да, также 15 минут, чуть больше, может. Ну вот, засадил лучок в грядку. Возможно, еще только присыплю его сверху и все. В разровненную грядку, естественно, но лучок втыкается намного проще. Намного проще, чем в это. Ё-моё, я даже сейчас не могу это сравнить вообще никак. Это несравнимо. Так, ну что ж, ладненько. Много времени это тоже не заняло, где-то минут 10-15 рассыпать зелу, 10-15 повтыкать лучок. Ну вот я решил все-таки этот лучок засыпать. Мне это делается очень просто. Он уже воткнут как надо. Единственное, только присыпать, чтобы... Как классно вообще. Ну, чтобы скрыть его от явной, как бы от солнца, от всего. Пока. Потому что он все равно сам потом вылезет. Но пока главное его прикрыть. Это делается очень легко. Вообще супер. И смотрится аккуратненько. Класс. Вот 3 апреля. За весь день сегодня сделано 4 грядки лука. Вот таких. 4 грядки. Это что физически может сделать один человек? Грядки 15-метровые. Они подрывались, земля подрывалась, накидывалась в центр и разравнивалась граблями. Потом втыкался лук, посыпался золой. Ну, сначала зола, потом лук. А потом все это, ну, лук весь закапывался руками, загребался. Сегодня 8 апреля. Вот видно в этих грядках, что лук всходит. Ну, на видео, может быть, не так видно будет.
но видно. Здесь уже хуже. Тоже видно, вроде бы как. Но меньше его. Видно, намного меньше, что он сходит. Возможно, это объясняется тем, что здесь, возможно, закопали мы глубже этот лук. Возможно. Возможно, есть какие-то другие причины, которые меня очень сильно интересуют. Все-таки. Интересно, что будет через неделю-две здесь происходить. Потому что интересно. Там лук нормально себя чувствует, особенно вот половина той территории вообще прекрасно себя чувствует, потому что мы посадили половину в один день сначала, потом вторую половину в другой день посадили. И вот эту половину садили, которую там уже корни были проросшие, ну и первый день, что она вечером замочили, а на следующий день мы посадили уже с проросшими корнями. А уже на следующий день, ну то есть через день после замачивание лука, мы садили ту половину, и там уже некоторые корни начали подсыхать уже, это самое, и садили там в дубняк, в землю, в такую, в окаменелую, и корни уже были сухие, лежали там весь день, лук сох, корни сначала проросли, потом высохли, так получилось, и там уже показатель, конечно, намного-намного хуже у того лука, чем вот в первой половине. Здесь такой показатель средненький, потому что мы его не проращивали, просто замочили на часок и посадили. Но несмотря на это, как бы вот видно, что лук нормально растет, все, просто здесь земля неухоженная была и по-другому выглядит. Вот. Ну, а здесь видно разница в луке. Вот здесь такой лук в конце уже, который садили. Корни подсыхали у него. И вот он такой маленький. Такой хиленький тут. А вот здесь мы садили в первый день, когда корни проросли только. Вот здесь он вообще просто шикарный красавец. Просто заглядение. Шикарнейший лук. А там хиленький. Сегодня мы занимаемся прополочкой лука, чесночка. Мы в первую очередь сегодня пропололи вот эту рядочку с морковкой, с укропом. Здесь посажена морковка, но еще не взошла. Здесь пропололи свеклу, пропололи редисочку, пропололи. Скажу так, мы за весь день пропололи вот эти 4 грядки, там еще одна с чесноком. И это было сложно, потому что все очень сильно затянуло, заросло. Травы тут огромное количество, я работаю,
меня днями не бывает, поэтому не могу уделять время, должное время для прополки. Вот такая ситуация на данный момент. В общем, я понял так. Либо работа, либо огород. Если работать, то огород надо отдавать зверю, чтобы они тут ходили и травку щипали. Это вот гуси, козы. Пусть бы они здесь паслись спокойненько. Тут и место для выпаса есть козам. А, к сожалению, вот он результат моего огородничества в этом году. Если занялся работой, то все. Ну, что-то тут уже выросло. Лук еще в чем-то тут. Я думаю, что окрепнет чуть-чуть еще. Чуть-чуть еще подрастет, конечно, я думаю. В принципе, клубни на 19 июня, ну, как бы уже выглядит неплохо, в принципе. Здесь почему травка еще маленькая такая? Ну, здесь еще тоже выглядит, конечно, ужасно, все заросшее. Но пока еще терпимо. Ну, вот что сказать. Вот он результат. Ну вот эксперимент проведем. Что можно собрать, если лук, грубо говоря, пропололи только один раз. Ну вот мы лук прошли один раз. Ну вот сейчас будет видно, что мы сможем здесь собрать. Ну в принципе он сейчас стоит, конечно, какой-то желтый наполовину. Даже больше половины, наверное. Что-то есть. Может, еще подрастет, крепнет. Не знаю. Да может даже и прополоть что-то успеем, но. Печально смотреть, но факт такой вот. 2 июля 2020 года. И вот. Сейчас первый урожай лука, который мы посеяли в начале апреля. В первых числах апреля. Вот такой уже лучок стал. Вроде мы не маленький. Не маленький. Вполне-таки хороший. Вполне хороший лучок. Ну, такого объема. Хороший, красивый, золотой лучок. 40-зубочка. Либо еще его называют там какой-то банан. И острогожский. Он же. Вот. Лук-шалот. 40-зубка. Сегодня 7 июля 2020 года и идет сбор лука. Может быть, это покажется удивительно, но вот в этих зарослях здесь когда-то было прополото один раз еще, поэтому меньше травы. Вот, а там вот не пололи мы, только в самом начале пропалывали один раз. То есть за весь рост лука здесь прополка была только один раз в самом начале, буквально. И все. И вот что получилось. Такие заросли, но, как ни странно, урожай есть. Какой будет урожай по факту, мы взвесим потом, когда высушим лук и обрежем. Но даже в таких зарослях лук можно собрать. Хотя смотрится ужасно, конечно. Удручающе.
лука теперь уже здесь даже и не видно. Но он есть. Как ни странно. Вот видно грядочка. И вот здесь грядочка. И вот с самого начала идут грядочки. Примерно до столбика, а дальше чеснок. У тебя ворота из лопат. А? Ворота из лопат у тебя. А это финиш. Обязательно две лопаты, заметил, да? Ну да. Это для того, чтобы знать, где ты закончил копать. Иначе не видно же это второго круга. А так ты ориентируешься по лопатам. Лопату втыкаю всегда там, где заканчиваю копать. И это очень хороший ориентир мне разрушен. Да? Посреди грядки. И все, начинаешь тянуть отсюда лук. Вот, пожалуйста, лучок. Легко тянется из травы, все. Из земли, вернее. Траву примял, чтобы видно было гнездо. Раз вот так это убрал лишнее. Все. Коробку в эту коляску, в эту тачку. Вот, следующий берет гнездо. И вот таким образом идет уборка урожая лука. Вот так вот. Следующее гнездо можно брать смело. Ни одну луковицу почему-то он не выталкивает, этот лук. А так обычно та луковица, которая в середине растет, она выталкивается гнездом. Увеличиваются в размере, они увеличиваются, и средняя луковица выстреливает оттуда. Просто идешь и собираешь их. Еще до копки, конечно. До выдергивания лука, снятия урожая. Вот она, пожалуйста, вот. Буковочка вот так вот выбираем, мы ее тянем, лишнее сбрасывается, остальное сюда, в тачку, вот колется трава, трава есть такая липучая прям, хватается за одежду, не оторвешь, а через рубашку она еще и покалывает тело. Ну вот так вот раз. Раз, лишний этот верхний слой кожуры убираем грязный, который с землей. Потом вот так вот доим, как сиськи у коровы, убираем лишнюю ботву. Вот она. Раз, убираем то, что в земле было. Верхний слой шелухи. И вот так подоили, все, очистилось. Ну, фактически этот же участок пропалывался один раз, грубо говоря. Ну, пару раз, наверное, и то, когда травка маленькая совсем была. И да, то в самом начале. Да, 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 да. Но потом заболел, и месяц всего они не было. Ну, а мы не успели здесь прополоть. Ну, там немножко пропололи. Там в начале только один раз, и все. Не знаю, надо было другие дела делать. Огород – это хобби, это получение удовольствия, но не получение денег. Это фигня, это деньги. Это просто хобби. Вот мы, пожалуйста, собираем вот таким образом лучок, наш урожай. Все. Год он здесь полежал, не год, а сколько, 3 месяца, да, в земле полежал. Посадили в начале апреля, а сейчас начало июля.
Вот. То есть это что, май, июнь, июль, 3 месяца ровно? Да, 3 месяца. Это и есть срок роста лука, строго 3 месяца. Это хоть в Сибири, хоть здесь, в Краснодаре, без разницы абсолютно. 3 месяца и все поспевается. Вот мы убираем снаружи слой. Вот это уже грязь такая комковая отваливается от наружного слоя. Не нужно эту грязь домой нести. Она совсем нам не нужна там. Даже период просушки не нужна на улице. Вот так вот. Раз. Все. Вот более-менее уже чистые от земли головки. Угу. Потом вот так вот. Когда сейчас вот почему-то она влажная. Роса большая была утром. Поэтому плохо очищается. Когда сухая, она прям сыпется. Вот эта вот желтая уже ботва, которая отмерла и уже высохла. А тут она влажная стоит. Поэтому как бы земля вот еще хорошо очищается. Наружный слой. А сама ботва слабенькая. Но это и не страшно. Она все равно высохнет там под навесом. И потом очищаться будет очень легко, прям сыпаться будет. Никаких проблем нет, не будет. Вот так вот мы собираем лук, выкапываем. Вот, может быть, не верится, но это грядки с луком. И что самое интересное, мы его действительно выкапываем. Вот это грядки. Незаметно где они? А они здесь есть. И вот лук. Выкапываем, все нормально. Так что учитесь правильно работать, правильно заниматься огородничеством. Вот так вот надо. На самом-то деле. Ну вот так вот сушится обрезанный лук-шалот, сорокозубка. На чердаке, в любом подсобном помещении в каком-то. Лишь бы здесь было сухо. И желательно, чтобы чуть-чуть слегка проветривалось. Вот так раскладывается. Не толстым слоем, тоненьким. Желательно вообще в один слой. И вот так он сушится. Прекрасно хранится.